Дорогие друзья, мы вас все рады приветствовать в молодежно-ориентированном клубе «Поколение». Сегодня наша очередная встреча. Называется она «Музыкальная сорти». Ну, а мы сегодня с вами прослушаем и просмотрим вокальное и инструментальное исполнение различных одаренных личностей нашего города и района. Вот. И, в принципе, не буду задерживать останавливать на себе долго внимание. Сразу передаю слово ведущей Татьяне. Она у нас представляет творческий коллектив созвездия «Большой Медведицы» при КЗ «Южном». Ну и дальше она по порядку расскажет немножко, наверное, о себе и будет представлять участников их коллектива. Поэтому милости просим, прошу аплодисмент. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады, что у нас есть такие существуют мероприятия, да, на которых мы можем собираться, мы можем смотреть на талантливых детей, восхищаться ими. Эти радостные минуты, конечно, будут насыщать нашу жизнь. Сегодня в рамках молодежной программы «Музыкальный ассорти» выступят участники творческого объединения «Созвездие Большой Медведицы» современной школы музыки при концертном зале «Южный». Сейчас, дорогие друзья, перед вами выступит лауреат первой степени, победитель всероссийских конкурсов Никита Никитин. Он исполнит для вас «Танго ночи» из репертуара всеми известного виртуоза Петра Дранга.